Даосская тема у нас еще продолжается с богиней Луны. Очень необычный персонаж, очень красивый, очень много поверий есть, очень много имен у этой персоны. Одна из восьми бессмертных считается в даосизме. И очень красивые легенды тоже, самые разные накопились у населения нашей планеты, в частности азиатских народов, о этой персоне. Она, конечно, является хранительницей супружества, хранительницей и берегиней всех супружеских родов. Она оберегает любой союз от всех нехороших темных сил. Она формирует пространство, в котором незамужние находят себе вторую половинку.